Какая минутка на Феникса? В детстве, когда у меня умер попугай, и мы его сожгли, то он не возродился. Да, это жестко. Ну, а чё? У меня аудитория подросла. Теперь можно и так жестить, сука. Играй за Феникса, летай и юзай золотой дождь. Только аккуратно с этим золотым дождем. А то можно и въебаться конкретно. Конкретно. У Феникса есть яйцо. А у мальчика Феникса есть два яйца. Ну, смотри, собираешь Аганимус, прячешь яйцо всех своих друзей. И вы там тусуете, выходите живые. Так получается, Феникс это вообще офигеть герой. Ну, когда он разбрасывает всем пацанам спайсы, они не могут нормально бить, прикольно. Не курите папирос, и писю не суй в песок, чтоб все было запись, лучше дети хэти сон. Ну и собирай ему нормальную тему, короче, вот эту вот всю. Ну и подпишись на канал, а то чё ты... Все. Ну, другие гадминутки смотри вот здесь. Умница.